Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас видео фикс прайс, ура, ура, ура! Только начался год, а я уже с фикс прайсом, да-да-да. И я на самом деле набрала очень много всего интересного и полезного, то, что вы будете видеть в других видео, и хотела начать с того, что вы уже видели в видео, это вот такая вот штучка, и вы видели это в видео, где я делала прически, это образ на Новый год и сам мой Новый год. И это очень прикольная штука, объясню о ее плюсах. Она очень классная тем, что она очень хорошо держится на голове. До этого у меня были такие штуки, только без вот этого, без валика. Просто тоже, которые заворачиваются волосы, я их крутила и не крутила, и шпильками закалывала, ничего не держится, все сваливается, спадает. Вот эта штука реальная, вот, то есть вот этот вот валик, он создает объем сзади, а эта резиночка, она очень хорошо держится на голове, и при этом она не сдавливает, очень комфортно, реально, это впервые такая штука, которая очень комфортная на голове, и можно делать прически, причем у меня уже фантазия рулит, столько разных причесок можно делать от того, что это резинка, то есть вот вам кругляшок, да, на который можно закручивать, в общем, я еще пофантазирую с этой штукой, она очень классная, есть они в цвете в черном, в коричневом и в белом, я купила в белом, она была там одна, но я думаю, что и коричневую куплю, и черную, под разную одежду, потому что когда мы делаем, допустим, прическу, да, волосы завернули, сам валик не видно, но вот эта вот резиночка, она остается здесь. Ее либо чем-то прятать, каким-то ободочком, который тоже дополнительно надо покупать, а если у вас черная одежда, ну, хотя бы, чтобы черная, да, потому что она, в принципе, неплохо смотрится, у меня в видео вы тоже могли видеть фикс-прайс с едой, в принципе, она тоже неплохо смотрится на голове, поэтому просто другого цвета купите, и все. Вообще, замечательная штука, моя находка, я вообще в восторге, что я это купила, я не пожалела, в такой коробочке. Дальше, что я купила из того, что вы видели, не знаю, что вы видели, в общем, давайте, вот что вижу, то и беру, вот 99 рублей, вот такая вот штучка у меня созвездие, я покажу вам, как она классненько крутится, не крутится, как она классненько светится. Я сначала не поняла, думала, она сломанная, она вот так вот вся в разобранном виде, оказывается, это вот сюда вот кладется. Это вот так вот закрывается. Работает она от 3 батареек, по-моему. Да, от 3 батареек. И вот такие созвездия наверху. Конечно, зависит от того, близко или далеко, чтобы было красиво. Ну, в общем, я вам покажу. Мне очень понравилась эта штучка. Как ночничок, она вообще отличная. Ну, еще есть там другие варианты, но я взяла уже последние, и мне причем говорили, что это повезло мне уже, что я взяла, их уже нету. Дальше, я взяла для дома вот такую вот штуку, попробовала им на самом деле, но он, запах у него приятный, но что-то он особенно ничего не удаляет, может, я неправильно что-то делаю, но нанесла, подождала там 10-15 минут, начала смывать. Как-то и ничего, как и было. Просто я до этого пробовала Доместос обычно, да, у него, конечно, ядерный запах, но он реально все разъедает. Не знаю, вот такую, короче, что купила. Ну, пахнет прикольно, не как Доместос. Также здесь так уберу. Опять я купила вешалки силиконовые, они появились, их не было, я снова их купила, потому что я освобождаю тем самым место в своем шкафу. Также я набрала 1000 пакетов просто. Вот эти вот пакеты, вот, с ручками, на 60 литров, они вообще супер бомбезные, у меня они, короче, в ходу, потому что в них реально, вот обычные пакетики я использую, в них реально 4-5 пакетиков таких небольших засунуть за ручки и все, то есть не нужно хватать за этот пакет, который уже может быть грязный, там за двором стоит, да, и, ну, вообще, очень крутые, и они очень плотные, и ручки очень классные, поэтому я их 2 купила, также с ручками купила еще на 35 литров, ну, это так, маленькое что-то делать, вот. На 60 литров. А, здесь на 60 литров, но здесь менее плотные они. Тоже с ручками. Здесь 15 штук. Короче, мне вот с ручками понравились. И я хочу теперь все время с ручками брать. Ну и также вот эти пакеты. Вообще-то я думала, что они закончились. На самом деле их много. Они очень долговечные. Их тут реально много. 100 штук. И я их применяю везде, эти пакетики, везде. Все в пакетике, и потом пакетик выбрасываю. В общем, у меня так. Дальше я решила, знаете, попробовать. Вообще, зашла так и для волос. Так как у меня уход для волос, да, и я вот все пробую. Мне хочется найти нормальный бальзам. На самом деле, хороший бальзам очень редко найти. Чтобы он был жирный, чтобы он на волосах ощущался. Чтобы ты реально понимал, что, о, все, они плывут. У меня сейчас как бы этого нету, и я не могу даже какой-то супер бальзам выделить, чтобы сказать, во, вот это супер-пупер. Был один, но я его брала, Эльсеп. Ну, что-то он не фига изменился. И сейчас один бальзам, но он отдельно не продается. Это который продается, идет вместе с красочкой Excellence. L'Oreal Excellence. Вот у них там идут бальзамчики, помимо того, что красочки. И эти бальзамы просто нереально крутые.
Отдельно их нету. Я не знаю. Может, они как-то по-другому называются. В общем, я решила в 3D, ой, фу, в 3D, в фикс-прайсе попробовать кондиционер. Вот, например, кто пробовал, уже можете писать мне. Вот такой вот кератин. Значит, 3D-сияние, блеск и сила, кератин, пантенол, амарант. Кератиновое питание, кондиционер. Ну вот, посмотрим. Питает, восстанавливает, предотвращает с молочными кислотами. В общем, попробую. Вот такой вот купила. Также купила касторовое масло. Я хочу им и ресницы, и брови. В общем, все пусть растет. И волосы, когда у меня мои пахучие закончатся. О, кстати, давайте запах проверим, если не запечатан. Ой. Ну так, запах. Не скажу, что прям вай-вай какой-то, да? Но вот на первый взгляд какой-то непонятный запах. Зой, зой. А попробуем маслица, как пахнет. Масло запечатанное. Ну, не знаю, я думаю, оно неплохо пахнет. Масло как масло. И также для волос я еще купила спрей-кондиционер гиалурон плюс коллаген для всех типов волос. Вот, кстати, его я тоже... Ой, вот я забываю все время понюхать. Девчонки, нюхайте, когда вы покупаете что-то. Это же может адски пахнуть. Что же я... Ну, неплохо. Свежий запах такой, знаете, ну, классический какой-то. Не скажу, что что-то необычное, такой классический. Ну, не поганый, блин, как во многих мне бывает попадается. Поганый какой-нибудь запах. В общем, это, видимо, не требует смывания, легко расчесывается, длительный эффект. Ну, проверю, еще не проверяла. Вот пакет только разбираю, чтобы вообще начать мне чем-то пользоваться. Мне нужно вам сначала все рассказать, то потом я подумаю, все это не соберу, потому что много всего покупок из Фикспрайс. Также я купила вот такую штучку. Смотрите. А помните, я же все время пакеты. То на подругу свой пакет одеваю, то на себя. В общем, я хочу распечатать, даже посмотреть. Из клееночки сделан. Я взяла черный, мне показался он такой стильный, черный. Вот так. Что у нас тут есть? Такой большой, вот с такой вот выемкой. Вот так и буду. Раз. И пошла красоту наводить. У-ху-ху. Супер. И такие ножнички там, все такое. Дальше я нашла вот такую косметичку. Кстати, раньше не видела, это новинка. Вот такая косметичка черная. Мне показалась она очень стильненькой вообще. То есть ее не стыдно, внутри она синяя. Мне не стыдно было бы, вот знаете, с такой выйти из машины даже, да, вот так вот, раз, а там у меня косметика, или может даже документы побросала, и такая вот под боком. Она не выглядит прям, знаете, какая прям косметичка-косметичка, она сделана как будто здесь под кожу, то есть очень такой качественно сделана, мне нравится. 55 рублей всего лишь, очень круто. И то, что она синенькая внутри, у меня сумка такая была, черная и синяя внутри. В общем, очень все приятно, знаете, на удивление, потому что все, которые были там косметички, я всегда смотрю и думаю, господи, я такое даже дома не хочу хранить, потому что мне не нравится. Вот это очень стильненько, очень. Мне нравится, крутая штучка. Также решила купить вот такую вот повязку вообще. Мне кажется, что мне пойдет такой цвет. Ну, мне все время хочется что-то выдумывать для вас интересненькое, новое. Что она так запечатанная, что не распечатавшая. Открываем. Это повязка, как я понимаю. Она красивая. Мне вот именно вот цвет такой, да, мой. Сейчас я так приложу, не буду... Ой, она не тянется. Ты чисто мне бежать куда-то, да? Я знаю, что ее не так носят, по-другому носят. Просто она не тянется, девчонки. Вот в чем прикол. Какая-то она не тянущаяся. Ну, я думаю, что это, наверное, материал какой-то здесь. Хлопок или что. Где-нибудь пишет? Ну-ка, давайте посмотрим. Повязка для волос. Срок годности, состав спандекс. Не, это, наверное, что-то... Спандекс это что-то ненатуральное, да? Ну, блин, какого хрена? Как я буду растягивать? Она не тянется. Короче, вот это облом. Но цвет красивый. Я как-нибудь у нее сниму видео какое-нибудь. Также для своего нового декора я купила вот такую штуку. Смотрите, какая она красивая. Я ее сразу распечатаю, потому что я ее сейчас пойду и положу. Она будет на моем белом столе. Моим новым декором так лежать. Она, видите, она золотится. Воняет резиной, конечно, но я думаю, что ее помыть и будет красиво. И я на нее прям хочу поставить там все-все-все, чтобы, если что, знаете, так вот подвинула прям с ней вместе всю еду. Когда снимаю вам видео, я же подвигаю так, так то у меня стол заставлен всякими вареньями, соленьями, все такое. Красивая штучка. Ну и она такая тяжелая, качественная, мне кажется, сделана. Такая вот, знаете, прорезиненная.
Мне нравится. Там были еще квадратные такие. Также я купила вот такую рамку, их тоже не было, это новенькая. Гляньте, какая красивая рамочка вообще. Мне кажется, вот здесь она прекрасно станет. Я сюда поставлю фотку моего малого и буду любоваться ним, где он улыбается. Я поймала уже такие. Здесь, кстати, оно у нас что? Ставится. Здесь не вешается. Здесь нет ничего, на что бы оно вешалось. Так что оно чисто ставится только. Но вот эта мне штука нравится. Мне очень красивая. Также я купила вот такую вот корзинку. Таких не видела раньше. Мне что понравилось, что она с перегородками. Давайте сразу поставим перегородки, потому что бывает что-то нужное. Ну, видите, я не только сейчас покупаю розовый цвет, и голубой тоже. Голубой и розовый. У меня здесь такой в квартире все голубо-розовый, поэтому розовый, голубой тоже актуально. И вот так вот получается. Мы можем что-то положить и найти очень быстро. Или, знаете, как для расчесочек, для резиночек, что-то вот так. И она красивая, в доступном месте куда-то поставить вот так вот и брать с нее. Ой, кстати, я знаю, вот у меня как раз вся косметика вот там вот валяется возле зеркала, я вот все сюда поставлю. Здесь будут у меня расчески, вот то, что вот прям необходимо все время я пользуюсь, я прям сюда поставлю, чтобы не лазить по шкафам. Красивая. Ну и, соответственно, последнее, это я купила вот такие чехлы. Как вы видите, вот у меня подушечки. Но здесь подушка у меня большая, не квадратная. Это я купила вот уже квадратные подушечки, буду сюда их засовывать. А здесь у меня такая, ну, она длинная, просто я ее запихала, и вот такая получилась подушка. Вот мне очень нравится, как они смотрятся. И я купила еще вот такие подушки, это не в фикс прайсе, это в другом месте. И вот такие вот еще привезли, их не было, новенькие. Мне нравится, что они на замочке, они очень крутые, они очень создают уют в квартире, потому что они такие объемненькие, пушистенькие и... Вот я две еще купила себе для вот этих двух подушек. И будет у меня прям мягкий рай тут на кровати. Ну вот и все. Чек. А в чеке у нас что у нас? 55. Фоторамка 55. Косметичка 55. Вешалки 55. Три штуки дойду. Компотная смесь. Господи, компотную смесь покупала за 55 рублей. Вся гнилая была. Светильник 99 только. А, орбит 50. Ну, в общем, остальное все по 50 рублей. Вот такие вот дела. Все, мои котеночки, я закончила, и я к тебе бегу. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Вы что-то нашли интересное, полезное и новое для себя. А я с вами прощаюсь, до следующего видео, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан, я рада в новом году новым подписчикам, и мы с вами увидимся в следующем видео, пока-пока. Самый последний момент, этих штучек оказывается здесь две, они были вот так друг к другу задницами прикреплены. Их две, вообще это двойная радость. И еще на вот этой штучке, которая, сейчас покажу. И еще на вот этой штучке у нее есть сзади липучка. Я тоже этого не знала.